Всем доброго дня. Это видео представляет урок, очередной урок, связанный с шагами и наборами импульса. И в частности, в этом уроке мы говорим о нескольких шагах. Часть материала вам уже где-то известна, но мы рассмотрим то, что вам уже знакомо и то, что вами уже освоено, несколько других позиций. А часть материала будет совершенно новой, по крайней мере, в предыдущих уроках речи об этом не шла. Итак, что содержит этот урок? Мы рассматриваем здесь 4 разных шага, такие как скользящий, топчущий, круговой и дугообразный. При этом мы рассматривать их будем, как всегда, применительно к работе ногами, к защитам, атакам ногами. И, в частности, круговой шаг у нас вообще начнется фактически с освоения атакующих действий. То есть в данном случае мы не будем так сильно разделять сам шаг и атакующие действия ногами. Это же будет касаться и дугообразного шага. Примерно с этой же стороны мы рассмотрим и скользящий шаг. То есть это у нас будет не просто набор импульса от скользящего шага, а речь будет идти о том, как сам шаг является атакой. Что касается топчущего шага, то это такой элемент, который часто игнорируется при преподавании боевых искусств. Между тем, мне кажется, он и важным, и полезным. И тоже мы его рассмотрим и с позиции ваших защит, и с позиции ваших атак. В общем, урок достаточно насыщенный, надеюсь, что полезный. И хотел бы еще раз напомнить, что вот эта вот серия уроков, связанных с шагами и с наборами импульса для атак ногами, эта серия содержит в себе очень много материала, очень много полезного для бойцов материала, такого, который, ну, едва ли можно встретить в единоборствах спортивных. Вернее, какие-то как-то осколочно можно встретить, но вот весь комплекс этих мероприятий, которые мы с вами осваиваем, в единоборстве, конечно, отсутствует, что дает бойцам неоспоримые бонусы, безусловно. И несмотря на то, что эти уроки не являются сложными и очень легко встраиваются в любые ваши двигательные программы, какое бы боевое направление вы ни поддерживали, вот несмотря на это, мне кажется, эти темы очень важны, потому что когда мы строим свое боевое искусство, то каждый элемент становится важным. Так же, как автомобиль. Когда проектируется автомобиль, каждый элемент важен. Даже мельчайшая деталь, которая будет упущена, в итоге скажется на качестве этого автомобиля, на его удачных или неудачных модификациях и вообще на том, поедет он или не поедет. Вот то же самое у нас происходит с боевыми искусствами. А учитывая то, что шаг является такой базой, таким фундаментом вообще боевых искусств, а без фундамента, всем известно, дом не стоит, вот так же точно и наши боевые практики рассыпаются с легкостью, если мы не работаем над такими важными и в то же время несложными вещами, как шаги и наборы импульса. О том, как приобретается урок, внизу в описании к видео, там же все полезные ссылки и полезная информация, которая может вам понадобиться при освоении боевых искусств. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Переходить по ссылкам и счастливо. Хороших вам тренировок!